Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай. И сегодня я попытаюсь зарейдить башню разбойников. Надеюсь, у меня это получится. Пожелайте мне удачи, что ли. Это видео, кстати, я записываю в течение того периода, когда пытаюсь найти грёбаных эндерменов, чтобы наконец-то пройти Майнкрафт. Но пока что что-то совсем это не получается у меня. Так, давайте. Так. Их тут достаточно много на самом деле. Надо как-то их по одному убивать, но что-то пока что это так себе получается. Один есть. Да умри ты. Так. Блин, еще один идет. Надо быстренько свалить и покушать. Чтобы отрезалась хпшечка. Быстрее, быстрее, быстрее. Если я смогу сейчас отрегенить себе немножечко хп, все у меня будет хорошо, и я их быстренько убью. Хорошо, есть. Вот, теперь можно дальше продолжить с ними драться. Так, и последний. Хорошо, убил. Ух, это было потненько. Сколько я их убил? 5-6? Ну, где-то так. Хорошо, ладно. Сейчас быстренько жру. И пойду убивать остальных. Я очень надеюсь, что там будет какой-то нормальный лут внутри, а не какое-то дерьмо. Так, тут, короче, это их лидер или кто это? У меня, кстати, сломался щит. Так что драться будет посложнее теперь. Хорошо, я его убил. Это уже отлично. Так, 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 побыстрее свалить надо. Опа. Не получилось, не получилось, да? Отлично, еще минус один. Да сколько вас там, блин? Хоп, хоп, хоп. Ага, не получилось, да? Не попал. Давай, умри. Хорошо. Идем дальше. Уже около 10 штук убил их. Я единственное, что надеюсь, что они не резаются по новой потом. Потому что если они опять появляются новые, то это пипец жестко. И, кстати, у меня что-то из брони сломалось. Блин, слишком много. Хорошо. На, получи, 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 получи. Еще получи, и ты получи, и ты получи. И ты еще получи, и еще разок ты получи. И теперь я сваливаю. Все, все, все. Что же вы такие обидчивые? Так, сейчас быстренько опять. ХПшка. Возобновиться. Ай-яй-яй, опять сваливаю. Ух, блин, не успел, ладно. Ничего страшного. Блин, блинский, сделал себе новую броню. Решил пойти воевать, но не пойду, потому что там теперь ночь. Ладно. Ну, хотел забрать свои вещи, те, что там остались. Но сейчас это немножечко опасно будет. Так, хорошо, хоть чуть-чуть еды осталось. Ладно, бегу опять на ту точку. А там уже, по ходу дела, разберусь. Так, хорошо, хоть не очень много монстров здесь.
Возможно, получится добраться без особых проблем. Вот только там ведьма, конечно, это неприятно. Ладно, я с вами всеми потом разберусь. Потом сначала возьму свои вещички, потом и с вами всеми разберусь. Эндерменов, кстати, по-прежнему нигде нет. Это просто пипец какой-то. Где мне их столько найти, чтобы скрафтить эти глаза и найти дракона, я понятия не имею. Так, тут скелетик. Да. Так. Что тут? Уж больно жесткий скелетик. О, вещи. Хорошо. Хорошо, я забрал все вещи. Теперь главное не умереть. Не умереть. Надо быстренько еще где-то покушать. Там и эндерман есть, блин. Хорошо. КПшка, возвращайся. Отлично. Теперь у меня уже алмазный меч. Теперь можно потихоньку и повоевать. Надо сначала Эндермена убить. Он для меня крайне важен. Ай! Неловко получилось. Так, где он? Давай, давай, иди сюда. Да, я на тебя смотрю. Давай, давай. ПВП или зассал? Так, бьем по ногам, чтобы он не телепортировался. Но это тоже не так просто. Хорошо. Ура. На один Ender Pearl надо собрать меньше. Вот сейчас не лучшее время просто идти к разбойникам. Но вроде как там больше никого нет, так что можно рискнуть. Мобов здесь вроде бы как нету. Хорошо, иди сюда, урод. Так. Умер, умер, умер. Хорошо, хорошо. Так, возле самой башни еще кто-то есть? Все? Я всех убил? Нет, еще есть. Так, еще один. Еще двое. Так, сзади еще один подошел. Надо сваливать. Чуть сейчас похилюсь. И на развороте пойду дальше их мочить вот так вот. На, получай. Получайте, ублюдки, получайте, получайте. Сейчас все сдохнете у меня. И ты тоже умрешь. Только сейчас, секундочку. Так. Хорошо, еще один пришел, блин. Хорошо, я тебя тоже убью, не переживай ты так сильно. Хорошо. Еще будут? Вроде бы нет. Откуда ты это делаешь? Вот там еще один бежит. Все, ты последний будешь? Наверное, нет. Откуда ты еще вроде бы прилетела? Все, всех убил. Можно пытаться войти внутрь. Типа здесь крипер кусок оторвал, и я не могу подняться выше, да?
Ну, зашибись теперь. Хорошо, хоть булыжники с собой есть. Так, тут ничего. Идем на самый верх. Здесь тоже пусто. Здесь вообще что-то есть в этой башне, или я зря старался? Есть сундук. Ну давай. Че это, серьезно? Немножечко картофеля и пшеницы? Ну, пузырек опыта. Хорошо. Так, сейчас я все это дерьмо выкину. Подсолнух, зачем мне? Паучий глаз. Так, ладно, надо подойти сюда. Ага, они меня там уже ждут. Я понял. Надо, значит, быстренько все это собирать. Дерево и нити. Зачем они мне? И теперь надо сваливать. Их там слишком много снизу. Ну, честно говоря, я разочарован. Я вот сюда спрыгну. Хорошо. Отлично. Мне удалось. Они там уже. Я видел, как торчала голова с нижнего этажа. Мне удалось просто избежать драки. Ладно, друзья, я думаю, на этом моменте мы будем с вами прощаться. А я дальше пойду искать эндерменов, чтобы добраться наконец-то к дракону и убить его. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья. Не забывайте участвовать в конкурсе.